Всем привет! Если вам для монтажа какой-нибудь снасти потребовался вот такой вертлюжок, а под рукой его не оказалось, ничего страшного, его можно сделать самому буквально за несколько минут. Конечно же, он будет не такой красивый, но как замена, я думаю, пойдет и кому-нибудь точно пригодится. Для его изготовления потребуется кусочек проволоки из нержавейки, толщина здесь, по-моему, 0,8 мм, и вот такой вот тоненький обычный штапиковый гвоздик. Откусываем кусочек проволоки, находим примерно середину и вот так вот при помощи круглогубцев делаем ушко. Дальше берем гвоздик, шляпкой вот так вот вставляем к ушку, поджимаем круглогубцами и обе проволочки начинаем мотать по гвоздику. Стараемся это делать виточек к виточку. Вот что у нас получилось. Теперь лишнее можно откусить. И вот эти вот оставшиеся хвостики также подгибаем. На гвоздике вот здесь вот есть заусенки, и они немного закусывают. Теперь, чтобы от этого избавиться, вставил гвоздик в дрель, вот так вот поджал плоскогубцами, и теперь нужно чуть-чуть притереть. После притирки все стало вращаться отлично, остается сделать второе ушко. Формируем его также при помощи обычных круглогубцев. Если гвоздь гнется туго, то помогаем плоскогубцами. Лишнее надо откусить. И после того, как откусили, догибаем колечко. Вот такой вот простенький вертлюжок у меня получился буквально за несколько минут работы. При загибе вот здесь чуть-чуть повредил проволоку. Это можно сейчас обработать обычной наждачной бумагой. Все немного заглаживаю и убираю лишние заусенцы. И вот такая вот замена покупному вертлюгу у меня готова. Крутится он отлично, легенько. Так что как альтернатива, я думаю, кому-нибудь подойдет. Ну а на этом у меня все. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите что-нибудь в комментариях. Всем пока. С наступающим всех Новым годом. И до новых видео. Всем удачи.